Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, игрушка под названием Rolled. В общем, очень сложная игруха на двоих и на одного. Собственно, наша задача поворачивать экран и не упасть. Юля сейчас красная свинья, я синенькая. Собственно, выигрывает тот, кто продержится, естественно, дольше. Как только падает один из игроков, игра прекращается. Играть можно... До скольки мы будем играть вообще? Да я думаю, просто посмотрим уровни. Чтобы открыть уровни, мне пришлось долго поиграть одному. Так что я прям старался сильно, так как игра непростая относительно. Тем более я ничего такого геймплейного не видел. Особенно на двоих. Это как Flappy Bird, вот представить, да, такой сложности. Потому что мы сейчас выбрали самую простую миссию. И то, вот типа Flappy Bird, но под конец с новой механикой такой. Да, блин. Я все время... Мне нравится, как этот поросенок... А да здесь, кстати, все пишется. Нам будет удобно посчитать, кто из нас настоящая свинья. Вот, и, собственно... Как, в каком смысле? В том смысле... Да черт! Я буду, скорее всего, мертвой свиньей. Хотел сказать, мощного нарет, когда падает. Я прям вот это... И музыка, она, конечно, в мозгу вашем застрянет. Если в эту игрушку поиграете пару дней... Ой! Нет, ура! Я сбилась! Я до этого ни разу черт, не выигрывал, на самом деле. Ладно, давай подольше. Я на самом деле... Когда один играл, у меня рекорд был 700 с чем там, да, 755. Мишка, поэтому давайте, если будете играть, пишите свои рекорды. Фишка в том, что постепенно здесь все ускоряется. И есть не только свинюшки, есть там персонаж из Лимба, все темно, то есть карта меняется. Прикольно, до фига всего. По-разному стилизовано все. Да, управление, клавиатуру полностью, можете, по-моему, втроем играть, даже может вчетвером, если я не ошибаюсь. Вот, даже есть онлайн режим, так что если вы не на одном компе, можете спокойно засесть на, как сказать, онлайн-арене сразиться с кем-нибудь. Собственно, сейчас мы единственный раз продержались долго. Давай, Юля, дальше я держаться. Я стараюсь. Но как только говорят, что надо продержаться... Вот видите, сейчас написано, так... что... Ой, слушай, я так ускорилась. Да-да-да. Когда появляется отчет, дают, ну, вроде как очки больше накапливаются и быстрее. Я могу ошибаться, конечно. Единственное, что точно, это ускорение карты идет. И все прям сложнее и сложнее. Ладно, хоть карта простая, но мы покажем кое-что посложнее. Сейчас снежок пошел, кстати. То есть, не видите? Знаю, как вам, но мне дурно уже. Круто, круто. Фу. Слушай, давай попробуем в другую миссию зайти. Посмотреть. В общем, собственно, здесь несколько миров так-то есть. Видите, что только нету. Но мы еще не открыли, здесь нужно прокачивать своего персонажа. Вот, давай посмотрим теперь на изи. Посмотрим, что здесь, пару миссий. Так, здесь вот есть персонажи. В этой карте только свиньи. Вот, нормально. Я буду с шляпой. А ты кем? Давай, чтобы разные цвета. Вот давай, вот так, все, буду. Отлично. Погнали. Все, здесь немножко такая сетка сначала. Боже, быстро, слушай, как будто, да? Здесь и быстро, и это изи, представляете? То есть мы играли на Very Easy, а это изи. То есть дальше жесть будет. Мощно! Короче, я так понял, у нас 3-2 счет, по-моему, закончился. Да. Так, на Very Easy я, в общем, просрал. Давай до 3 побед примерно, там, или давай. До 2. Ну, короче, пофигу, как получится. Мне просто хочется побольше карт посмотреть. Есть. Блин, слишком я сильно свинья нажала. Свинья Юлия вообще упала. В общем, вот эта карта уже, как видите, повеселее. То есть я... Думаю, что на мобильных платформах, возможно, присутствует, так как очень интересный экран сделан здесь, вот именно так вот, блин. Yes. Чё, свинья, Миша? 1-1. Ну, давай посмотрим, кто из нас будет сейчас настоящий мастер. Мне прикалывают все равно, вот именно открывать. Конечно, с одной стороны, нам бы легче было бы сразу же все открытые миссии, играй где хочешь, но типа на, пройди сначала, докажи, ну, да, что ты крут, и потом получай все, что хочешь. Ох, я все время боюсь спутаться, если честно. Особенно, когда вот долго жмешь одну, например, кнопку, или ничего не жмешь, бывает, ну, так, блин, трасса вообще более-менее. Чё, я упал. Потом путаюсь, куда что жать, в какую сторону вообще. Меня это вот что смущает, на самом деле, это глаза. То есть ты потом боишься вообще моргнуть, да, глаз начинает особенно сохнуть. Когда на скорости. Где-то на получасе игры может дискомфорт появиться от того, что ты вот на одном застопорился по-сильному так. В общем, в принципе... Ой, есть. Нет! Все, решающе. Отвлек меня своей болтовней. Но это моя была задача. Кстати, здесь немного изменился все-таки задник. Все-таки не лес, а уже какие-то водопады, так что... Так, здесь ты разрав... меня давай не отвлекай. Ну, я же... Ты начинаешь смотреть уже на задники. Самое фиговое, что на очки... О, Миш, там дракон летит. Конечно. Сейчас. Птичка. В виде свиньи, да? Птичка летит. Мимо меня. Так, ладно, давайте теперь нормал посмотрим карты. Я вообще здесь, по-моему, хард, да, открыл? Да, о, нас ждет одец. Давайте на нормал теперь.
Тут пока только свиньи, да. Ну, вот я надеюсь, что с этой мне повезет. Давай, я с шляпой буду. Погнали. О, вот здесь уже вообще весело. Да он уже несется, как черт просто. Это свинья. Свинья-шпион. У тебя как раз спортсмен, как раз. Надо же. Вот, уже мы в небесах, по сути дела, шляемся. Я не знаю, что на харде будет, мне кажется, в каком-нибудь аду просто там. Ну, кстати, привыкаешь ко всей механике. Здесь просто чаще нужно крутить, не так уж и прям. Бывает просто еще сильно. Это что у нас? Это нормал, да? Да. Это нормально, то есть, ого. Нормально, приколюха. Нормально. Я даже часть карты своей видел, которые тут проходят. Нет, я не дожала. Так, отлично. Ну, кстати, мы на изи чаще падали, чем здесь, я тебе могу сказать. Блин, зря сказал. Так сразу же упал. Ой, фу, блин. Я вот да ёшкин матрёшкин. Мне прям повезло. Второй раз на одном месте упал. Вот зачем? Вот серьезно, это какая-то дерьманская шаманская фигня, когда ты начинаешь говорить, типа, о, давно не падал, и упал сразу. Блин! Серьезно. Это работает всегда. Я же сама как свинья. Смотрите, я сейчас скажу. Я явно... Блин, даже сказать не успел. Ты подумал только об этом. Короче, все. В жопу. Пойдем на хард, короче, посмотрим, что здесь нас будет ждать. Я буду... Я снова буду вот этим своим. Давай, я простой, обыкновенный. Свиньей. Ничем не нормоз пошло сразу же. Ну, хард нормальный. Слушай, да. Нормальный вообще. Всё. Еще как нормальный. Одна свинья свалила с карты. Далее почалили. Блин, да ё-моё, полетела. Слушай, реально сложно уже. 15 очков, блин. Так, здесь блин! Уже чаще нужно прям зажимать. Ё-моё, сложно, капец. Я только успеваю вообще всё. Сообразить. Я сливаюсь прям по жести. Я имею в виду, слетел ни на чем на самом деле. Спокойствие. Ох, ещё на некоторых кочечках я что-то не понимаю. Да нет, эта карта слишком адская. Ладно, сейчас надо посмотреть другие карты. Пойдемте сюда. Здесь уже совершенно другие персонажи из Лимбо. Мы открыли можно практически всех. Возьму? Да, бери, а я вот, к сожалению, не так сильно отличаются друг от друга, но думаю, понятно где. Видите, уже карта совершенно поменялась. Ну пока на изи вообще, типа. Это у нас very easy, типа. Там, потому что я заметил, там ошибка написана. То есть там изи-изи идет. То есть, ясно. Соответственно, это very самый easy первая карта. Типа, да. Она медленно. На самом деле, уже после того, как ты поиграл на быстрых, уже как-то непривычно. Да, даже. Мне кажется, порой сложнее, потому что да. Привыкаешь. Вот такая тема есть, я когда играю... Так, отлично. Играя в карты, ну, ускоряешься, возвращаешься, ну, проигрываешь. И когда возвращается на медленное, начинаешь быстро просирать, потому что привык да, уже к быстрому темпу. Мозг не успевает слишком, перестроиться. Слишком ускоряешься, бывает. И еще вообще, вот эта игрушка, наконец, ну, хоть что-то новое в соревновательском таком. Обычно всякие там прыжки да платформеры, а здесь действительно как-то приходится поворачивать камеру. Я лично просто такого не видел раньше, что-то такое подобное. Но вообще, тема эта Соника напоминает. Вечно куда-то бежишь. Так, эти ускорения, долго, эти звуки. Кстати, продержались. Да. Ну, нормально. Не то, что жду. Ну, это что у нас? Это very easy, в принципе, здесь. Интересно, и просто надо посмотреть, долго. Что дальше. Блин, я боюсь моргать вообще. Ну, здесь... Надо, знаешь, прищепки видишь... или спички в глаза вставить. Ой! Один-один. У меня одна победа еще. Поздравляю, 1-1. Фу, справляемся пока с нашей задачей, держимся. Единственное, что вот реально упал, все, закончился раунд, ну, может, оно и к лучшему, чтобы второму там. А что, больно-то выпендриваться? А что ждать-то, собственно говоря? Так что, то есть, а если, ну, правда, если, уж, если конечно... втроем, конечно, там хоть один упал, все равно продолжится, просто нас здесь двое. Ну, правда, если кто-нибудь, твой друг, допустим, в самом начале умирает, то, конечно, ну, весело. Да, хотя, да, на да. самом деле, так как эти карты взяты из, грубо говоря, синглплеера, то можешь, если что, самостоятельно сам поиграть. А я не знаю, Юль, по поводу этого, да? Кстати. Наверное, одна и та же тема. Что тут? Вот эта карта, кстати, вообще, в принципе, простая. Я могу сказать. У меня сейчас на самом деле немного мозг все равно. Да тут я тебе говорю, на какое-то время уже все начинается. Здесь еще нужно, знаете, в чем? Немного привыкнуть и понять, под каким углом вы падаете, а под каким да, нет. Да. Поэтому в каких-то местах вы можете сильно-то не поворачивать. Можно ровно. Вообще порой ничего не жать даже. Да, то есть можно спокойно так на скате немного пройдет. Слушайте, молодцы какие. Я вот сейчас сказал, кто-то точно упадет, я отвечаю. Да, хотя я сказал, давай, что точно упал, следить. Значит никто не упадет. А вот если скажу, никто не упал, то кто-то упадет. Блин! Я сама почти, знаешь, я была прям под таким опасным углом. Так, ладно, давайте посмотрим, что я здесь еще открыл. Видите, изи-изи пишет. Да? Да. Сейчас пойдем вот в эту. Здесь опять уже помехи помехуют, короче. Ладно, спокойствие. Но мне почему-то легче даже на более сложных картах играть. Я заметила. А я даже... проиграл.
Ну, не знаю, просто, видать, Юле легко дается такие темы. Ну, может, просто Юль меньше разговаривает. Возможно. За языком следит. Нет, я, как правило, в таких играх прям максимально сосредоточена. Ну, здесь есть чему сосредоточиться. Ох, ну слушайте, ой, вот этот фон, вот когда у меня меняется, если честно, у меня все в глазах сливается. Снег вот в тему. Фон и снег. Вот эта дорожка. У меня просто, знаете, как я делаю? Я немного так абстрагируюсь, как бы в глазах все расплывается. Если кто 3D-рисунки знает, что такое, там нужно глаза расслабить, ну, чтобы... И вот здесь как-то так же делаешь, чтобы мозг чистый, знаете, как бы не обращал внимания на пейзаж. Я вижу, тебе это не помогает. Да, я куда-то это, улетел лишку. Перестарался, видать, переабстрагировался совсем куда-то. Я прикалываюсь, что можно, ну, вообще, на самом деле, не по 10 раз нажать, а один раз нажал, и всё, быстро повернулось. Ладно, давай еще раз здесь, я чувствую сухую. Ну, ладно, мне проиграть не так обидно, все-таки игрушка такая. Непростая, могу сказать. Да, да, конечно. Юля просто реально сосредоточилась. Она чит включила какой-то там. Конечно, всё, я проходит. Просто с разработчиком договорилась. Да, чтобы читов нагнали. Он специально для меня нагнал. Прислал. Я со всеми разработчиками всё договариваюсь. Заранее. Хоть игры я ищу, но Юля как-то успевает договориться с разработчиком. Это магия просто. Понятно. Блин, ну вот если на снег смотреть, это ад просто. Ох, вот сейчас вот был момент такой опасный. Мне почему-то вниз, когда дорожка, да, спускается, мне прям тяжеловато. Почему-то. Вот сейчас ускорение начнется, так что готовься. Ой-ой. На полторашечку. Нормально. Вот справляемся, реально, справляемся. Слушайте, вниз все прям хорошо. Тяжело почему-то. Он еще так накреняется как бы туда. Скатывается. Ты-ды-ды-ды-ды. Да, и ускоряется. Ох, ё-моё, я уже... Я ничего не буду говорить про падение, чтобы никто я не упал. Я боюсь. Слушайте, какие... Хочется посмотреть, сколько мы пробежали, не знаю, но боюсь отвлекаться. Наш максимум, мы побили наш рекорд, мне кажется, думаешь? Явно, да. У нас 500 не было, я имею в виду вот в кооп режиме. Так, а сейчас думаешь 500? Да, сейчас 560, я посмотрел, блин, успел. Как ты успеваешь смотреть? А вот так, слушайте, ну что это прям какие-то борцы, йо. Молодцы. Борцы-огурцы. Вот синхрон, йо. Да, оба? У нас даже карты практически одинаковые. Блин. Ух, йо. Слушайте, а сейчас мы сингл... Да! Yes! Прикольно, слушай, практически сингл по... Это, помяли, хотел побили сказать. Побили рекорд, короче. Это последняя карта, которую я смог открыть. Дальше давай у меня я вот буду не в этот хватило, раз а я стандартно возьму. Так как мне больше всего не везет. Понятно. Так, это так, норма. Так, это мы уже в облачках, ну, тут короче. Что-то уже поинтереснее. Такие ну, полукишки слушай, какие-то есть. Такие мы горочки, видишь, не небольшие. Такие, да, улю-лю вот на этих только. Горочках, на самом деле, сложновато. О. Особенно, когда, я думаю, на скорости будет. Все, сейчас как раз ускорение пойдет. Ох. Так что, ну, слушай, а заметно, я думаю, и ребята заметили, что навык улучшается. Ну, да. То есть, начали фигово, причем с самого простого, а сейчас переходим в сложный, и у нас прям так хорошо получается. Нам даже гармонии дали ачивмент, то, что, типа, мы синхронно работаем. Ну, ты посмотри карты, надо прям ой, совпадают. Я что-то отвлеклась на тебя посмотреть. Вот это вот ошибка всегда. Здесь нужно реально как-то то ли на персонажа... Понятно. До свидули. Давай, решающий, все. Так. Вот сейчас кто просрал, тот пес прям плешивый какой-нибудь так, такой. Все, я давай. Я не хочу. Все, прям быть вот. Псом. Блин, сразу. Ну я вот когда ты такие вещи канал говоришь, будет я боюсь. Миша и пес плешивый. Вот так, то есть, если проиграет нет. Кто-то, да? Понятно? Понимаешь, надеюсь, шутка юмора? А? Это буду не я. Йо, как я боюсь! Нет, только не пес. Вот на что-то играть, это всегда интересно. Серьезно. Нет! Кто-то на щелбаны играет, а мы на плешивость, короче, будем сейчас. Давай. Королевская семейные сейчас будет победа. Ой, слушай, мне хуй. Поздравляю со званием плешивого пса. Короче, ребята, я думаю, на этом стоит закончить игруху. Вообще супер, посоревноваться офигенно можно. Так что давайте, играйте, наслаждайтесь, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.